келсин, ошолор ошо сөзүнө жооп берсин десек мына бир киши келбейт. Ошолор эле келсе болду, чечсин. Мындай да, булар деген өкмөттүн кишилери задание мэрия берет, ошону кылып атышат. Недовольны инициативой мэрии покрыть газоном вдоль трассы владельцы обменных пунктов валют по улице Манаса. Они буквально не давали городской службе завершить работу на этом участке. Предприниматели против озеленения и требуют проложить там парковку, согласно обещаниям депутатов Горкинеша Жумабека Салымбекова и Павла Десятникова. Здесь раньше была парковка. Бывший мэр обещал сохранить нам ее и построить велодорожку. Нынешний мэр проложил газон. Мы несем убытки уже 6-й месяц. Один из бизнесменов, Алымбек Максутов, рассказал, что понес убытки из-за отсутствия парковки на этом участке улицы. Был круглый стол с депутатами Горкинеша и предпринимателями. Тогда нам сообщили, что проложат асфальт для парковки уже с 1 апреля. Теперь вот газон стелят. Мы говорим, давайте не делать два раза, сначала решим этот вопрос. Однако зеленхоз не в курсе соглашения отдельных депутатов Горкинеша с бизнесменами о строительстве парковок. У предпринимателей нет на руках соответствующих документов. Это люди, которые предприниматели здесь, они работают на этот валютном здесь, Камках все вот. Поэтому они, у них на руках никакой документы нету, что для парковки. Архитектурный проект ничего нету. Говорят, что депутаты дали разрешение туда-сюда. Это пословно, все документально должны быть. Мы на частной собственной территории мы не лезем. Мы работаем на муниципальной территории. Спорный клочок земли относится к Ленинскому району. Замакима Аскат Карымбаев попытался объяснить бизнесменам, что мэрии городу нужнее зеленые зоны. А по поводу строительства парковок от Горкинеша постановления они не получали. Бизнесмены просят на отдельных участках сделать парковки. Этот вопрос пока открытый и находится на обсуждении. Мэрия начала мероприятие по озеленению в преддверии предстоящего заседания ШОС. Примет ли во внимание муниципалитет требования бизнеса? Пока не ясно. Перизат Бакытова, Кайрат Кинжибаев, Калсыкибаев, Нью-ТВ.